Служба нацбезопасности Армении арестовала бывшего военнослужащего по обвинению в государственной измене. Сотрудники СНБ выяснили, что бывший военный, занимавший ряд высоких должностей в структуре вооруженных сил и имевший доступ к секретным документам и информации, выдавал ее азербайджанским спецслужбам за вознаграждение, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. В поле зрения азербайджанской разведки он попал во время поездки в Грузию, где и был завербован. Он получал конкретные задания по сбору информации о вооруженных силах, вооружении и так далее. Имея финансовые проблемы и намереваясь решить их с помощью продажи секретных данных, бывший военный собрал данные о личном составе, местах дислокации, вооружении, технике подразделений вооруженных сил Армении и сепаратистов Карабаха, боевые планы и другую информацию. Все документы он хранил дома. Используя знакомства в вооруженных силах Армении и сепаратистами Карабаха, он периодически встречался с военнослужащими для сбора информации, которую позже передавал разведчикам в Грузии. Встречи с ними происходили на территории посольства Азербайджана и в других местах. Кроме того, выяснилось, что вместе со своим другом он приобрел и импортировал в Армению более 200 шлемов фонов для танкистов, которые продал иностранному гражданину за 7 500 000 драмов. Более того, он незаконно приобрел более 1000 боевых патронов и гранату F1. Бывшему военному предъявлено обвинение, он арестован.